Даня, ну, естественно, не самый будет приятный разговор, наверное, потому что проиграли. Все-таки вообще часто так в карьере было, то, что забиваешь 7 шайб, а команда все равно проигрывает? Случай-то редкий? Нет, особо как бы бывало там. Не так часто, там 10 забивали. Не знаю, вроде играли хорошо, но в конце, видимо, что-то не хватило характера, или я не знаю, как бы. Вроде игра, команда хорошая, играли хорошо. Не знаю, почему так посыпались в конце. В принципе, не знаю, очень понравилось, вроде играли, старались, как поняли самого тренера, ну не знаю, что произошло. А то, что тут канадцы забросили 5 шайб подряд фактически, они нашли какую-то слабую сторону или просто стечение обстоятельств? Не, они просто пошли, как бы, что терять, осталось 20 минут, они нагнетали, поэтому они не сдаются никогда. Вот, и они идут на ворота постоянно и добились его. А самоуспокоенности какой-то не было, когда шестую забили, повели 6-4? Ну, я думаю, все-таки, может быть, и да, как бы, и думали, что все... Все уже в кармане, но все равно надо играть до конца. Здесь еще было полпериода играть. Не знаю, надо построже играть, я думаю. Как вообще себя чувствуете? Просто в прошлом году тоже выступали на суперсерии. Вот если сравнить тот опыт и этот опыт, чем за год изменилось? Этот год уже поверенней, потому что в прошлом году играл и как бы играл уже на 2 года старше, а тут уже на год, как бы, и не знаю, уверенно играл, старался играть свою игру. И... Вроде нормально, вообще не знаю, все равно надо тренироваться, как бы. А как ваш день прошел сегодня? Утром завтрак у нас был, потом позанимались с ребятами, пробежку сделали. Вот, потому что вчера после самолета мы были, вот, надо как-то заниматься, поддержать себя в форме, поэтому нельзя просто так сидеть. Поиграть вместе времени не было, тренироваться? Нет, не было. Не было времени. Потому что команда приехала поздно, а на Антарию тренировались. Скажите, как вы сыграли в тройке? Ну, мы забили вот 4 гола. Вот. Договорились перед игрой, собрались, поговорили, как будем играть, как большинство. Вроде нормально. Старались навязать игру, играли в такие. И чуть-чуть получилось, может, игра. Вы вместе со всей командой отращиваете? Нет, я не знаю, меня не растут прям за час. Я не знаю, что делать. Приеду, поврежу, завтра срывается. Ну, можете сделать небольшой прогноз, все-таки как закончится суперсерия? В прошлом году выиграли. Я хочу пожелать команде успех. И я уверен, что они могут выиграть вторую игру, потому что есть все шансы. Как бы, и я хочу, чтобы мы выиграли эту серию. И вообще я хочу, чтобы они выиграли Антарию, потому что сколько играли, уже ни разу не выиграли Антарию, так что надо выигрывать. Поэтому команда хорошая, надо стараться. И надеетесь попасть в молодежь? Да, это одна из моих мечт, так скажем. Я очень хочу играть в большой чемпионат. Большое спасибо. Да, нет, спасибо.